Вот. Чем мне шоколад и нравился, вот этот шоколад квест, он называет шоколад квест. Так, надо пойти починить руль, как бы. Ну, конечно, у них тут железо стояло, но мы вернем. Вот. А то как бы. Так, корабль белый, красивый. Так, больше тут никаких нычек, ничего нету. Ну, сомневаюсь, что тут есть. Наверх можно еще забраться. Там иногда тоже сидит кто-нибудь. К сожалению, моего флага нету. Какой-нибудь. Так, мы тут можем флаг воздвинуть. Нерукотворный. А то вот видите, база и сразу пиратский корабль. Ну, некрасиво. И что? Давайте Джеронимо. Остров тут есть. Так, вот туда проплыть. И вот сюда хотя бы проплыть. Встать. У нас есть пиратский корабль. Пиратский флаг. Это держатель для пиратского флага. Это. И я хочу взять лодку. Боут. И поплыли на пиратский остров. Мне он очень нравится. Так. Знаете, что такое улик? Ну, не, я про том, потом про него. Так как тут поворачивать? Я про том, про него забуду. Стоять. Ну, поворачивайся. Стоять. Сейчас хрен его догонишь. Так, у меня же с собой должны были. Вот они есть. А то потом забуду, хрен я его найду. Вот. Так, ты, лоточка, плыви, конечно, но не до такой степени. Вот, какие-то там то строятся и вверх, и вниз можешь. Так, тот мы освободили. Сейчас надо плыть к этому пиратскому острову. Мне в этой сборке один из... Чё ты право? А, так я не пойму тут, куда смотришь, он плывет или куда поворачивать? Если я нажимаю поворот, не, он не поворачивает. А, тут надо вперед и поворот. Так, понятно более-менее. Так, вот там мель какая-то есть. Я вот так и не помню. Ага, вот тут большой корабль. Этот корабль такой же, как и тот. Или вот это остров. Да, вот он, пиратский остров. Но это мне вообще-то не особенно надо. Да, это точно такой же, какой мы захватили. Вот тут я не помню, где тут надо вылазить. Тут их до хрена, этих пиратей. Давай, появляйся. Ты не офигел? Ого. Так, я, конечно, в броне хорошей, ну пошли вы нафиг. Мы найдем другое место. Угу, у вас, наверное, патроны-то кончатся когда-нибудь. Попал. Ага. Расстрелялся тут, слушай. Не офигел? Да блин. Ты меня так и убьешь еще. Да иди ты нафиг. Вы меня еще так убьете нечаянно. Мне надо что-то взять с собой. Так, тут нету никого. О, то вы мне так и броню все про это ханделопаете. Так, броня вроде бы еще более-менее. Так, надо, наверное, все же взять. Чем я могу стрелять? Вот этим? Это мне ж не надо. Вот это. Кирка, она мне надо сейчас. Ну, ладно, отложим. И вот это.
Это мне не... А, я золотые яблочки обязательно. Это сюда. Ну, пошли изучать остров. Я как-то помню, тут наверху что-то интересное. Эть, давай поднимайся. Ку-ку. Не успел похилиться. Так. Где еще? Блин, еще ночь наступает. Наступает ночь, зовет и манит. Так, блин, давай поднимайся. О, здрасте. А ты стрелять не можешь, да? Так, этот не может стрелять. Так, я интересуюсь, что там наверху у нас. О, полоска какая-то. Ага. Это... Так, тут я не пройду. Там у нас чуваки, даже алмазники есть. Хорошо. Ну, несешь с этими... О, дверь. Но дверь мне пока не интересна. Я наверх хочу. Ну, наверх, так наверх. Так. Меня тут там какой-то знак вечно. Интересно, этот раз тут что-нибудь будет? Они что-нибудь добавили? Ой. Но еще один алмазник. А вы там один с другим, да? Упал. Готов. Еще до... А, хиллер идет. Блин, вот этого надо обязательно загубить. Вот этого надо. Есть. Не надо пить. О, так, хилимся. Едим. Фу, так, броня еще держит. Так, опять вверх ползти. О, тут кто-то ходит, вроде бы. Куды? До свидания. Улетает нас Мишка. Что там, блин, у вас все падает? Так, что у нас тут понападало? Надо немножко разгрузиться, наверное. Это нам уже не понадобится пока что. Вот это тоже, я думаю, вряд ли. Что-то ходит где-то. Я правильно думаю? Так. Алмазников пока что не видно, но туда я идти не хочу. Надеюсь, они ко мне прийти не могут. Так, еще там два или три алмазника есть. Можно на спидах подойти к ним. Так, о. Бом. Я тоже стрелять умею. Ладно, ты меня достал. Куда смотался? Иди воевать. Судя по всему, ему не очень хорошо. Алмазник.
Есть, наверное, я так думаю. Так, я где-то тут хотел подняться. А тут по дереву мы поднимались, да? Опять дерево ломать. Ну ладно, давайте на будущее пригодится. Подняй, подъем. Так, покушай. Да, того что-то прилетело. Ну, всех мы тут опередили. Так, у нас тут вот какой-то крест. Что это значит, я не очень знаю, но может тут прокопаться надо, чешо. Я вот никогда не помню, что этот крест значит. Ага, Golden Feather. Это, по-моему, для ботинок специальных. Cloud Boots, Шоколад Квест. И ништяки. Ага, вот она для чего. Все же тут сделали. Изумрудный блок. Этот блок. И этот блок. Ниже вроде бы тут ничего не должно быть. Так, дерево. Так, ну поскольку мы тут уже вряд ли, это, наверное, тут в Хантере будет, да-да. Давайте вернем. Вот, и поставим пометим. Вот. Мы тут уже были. Там он еще целый данж. Так, ну поскольку мне этот остров не нужен, то пошли, наверное, в ту золотую, в железную дверь. Алмазников вроде как это самое обезвредили. Надеюсь, там только золотые будут, чуваки. Где-то тут за дверь была. Так, идем сюда, дерево. А нет, тут алмазники стоят. Так, если там хиллера нету, то мы их быстро. Так, быстренько мы вас тут. Если хиллера там нету. Ну, чуть-чуть интеллект у них, конечно, тут на уровне 86-го года, конечно. Блин, у меня что-нибудь мощнее есть. А, кто тут приперся, да? О, здрасте. Сейчас с вами будет тут немножко полегче. Ах вы ж... О! А, так тут ничего нет. Так, подождите, я на вас уровень спущусь. Я ж не собираюсь в открыто тут с вами воевать. О. По ногам. Блин, они попадают в меня. Атаман, ты куда? Блин, здоровый ты, скотина. Так, извини, я тут немножко уберу, а то там он того не могу. Немножко побыстрее, у пойдет. Один есть. Так. Ну и солнышко встает. Солнышко встает, родной. Так, наверное, было неплохо тут свет поставить. Так, они там внизу. На всякий. Так, они сюда, а тут нету часом прохода. Не, нету.
это убрать. Так, ко мне тут никто не придет. Ага, даже. Так. Так, всегда перебили меня. Так, что мы тут делаем? А, еще тут всякого. Ух ты, у вас... Кто где? А, внизу, пофиг. Не спать на посту! Молодец. Так, стрелы мне пригодятся. Ну, возьмем. Так, это все. А почему она? Она, наверное, защищает от падения, что ли? Так, это оставляем, что мне еще. А, пока не надо. Вот тут можно посмотреть. Беру и тут. Ну, это на переплавку. Это пригодится. Так, это нам не надо. Это оставляем. Это, по-моему, не надо. Так, двери скрытой нету. Ну, тут зачистили, да? А, тут еще проход есть куда-то. И куда вам? И куда вам? Так, ну ладно, раз уведу, пускают. Как бы тут не навалилось. А ты кто? А, пиратский капитан. Где? А, вот так нечестно, я. Ах ты ж говнюк. Иди отсюда. Так. Ты меня сейчас убьешь. Я тебя сейчас понял, как увидеть. Сколько у тебя стул с чем-то? И встань от меня. Где ты? Так, пока есть пауза, наверное, надо взять яблочки золотые. Поесть. Так, ты где, товарищ? А куда ты, так нечестно. Вот это возьмем, раз тебя нет. Чувак, куда исчез? Алло. Я так не играю. Куда-то смотался. Вон он. Я ж тебя вижу. Смотался опять. Куда? Вопрос. Капитан, что, страшно стало, блин? Ой, вот ты где. А вот ты где. Не-н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 е. Где ты там? Ах ты, капитан. Все? Вот это у нас капитан, оказывается, был. А внизу видели, сколько там этих плавает чуваков? То есть капитана загубили. Теперь должно быть немножко полегче, наверное.
А, тут я закрыл. Тут мы ходили. Здорово, чувак. Он полностью восстановился. Ах ты ж. Ах ты ж, мартышкин скот. Так, тут я ходил, я так понимаю. Да, сюда я ходил. И сюда ходил, и туда ходил. А тут я ходил. Нет, походу я тут ходил, но я тут ничего не делал. Ну ладно, тут я потом уже разграблю окончательно. Тут самое главное вот это вот забрать. Так, это. Трики даггера. Атак дамедж неинтересно. Так, это нет. Это не надо. Так, и вот это, в принципе. Этот пока можем отложить. Так, что тут еще можно взять? Жратва. Ну, тут уголь будет, конечно. Тут есть что-нибудь? Нет. Так, ну тут ничего нет посередине. Нету. Ладно, восстановим ваш столик. А то он красивый. Тут ничего, ничего. Ну, только остается вот туда идти. Вот тут-то вот. Нашу защиту убрать. Тут нету двери. Не прибежит никто. Угу. Так, чуваки. Я сильно извиняюсь, но... Так. Чтобы они мне тут сильно не это самое жизнь попортили. Хотя можно вот так вот сделать. Вы что, не выйдете?